Подождите, пожалуйста, сейчас я соберусь и выйду к вам, минуточку. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. И ко мне уже приехал таксист. Куда я собираюсь? Вы что, еще название ролика не прочитали? Сегодня мы вместе с вами отправимся в самую настоящую деревню детей. Да, ребятки, не удивляйтесь, такая тоже существует, такая имеет место быть. Сегодня мы отправимся в детскую деревню, я вызвал на нее такси, потому что ехать мне очень много лет. Ребятки, мы уже на подходе. Я попросил остановиться тут, чтобы не спугнуть детей, которые там стоят. Но вы не представляете, ребятки, я уже ее видел. И посмотрите, какая она шикарная, какая она красивая. Я уже слышу, как от этой деревни просто веет, знаете, радостью, хорошим настроением. В деревню пришел, пустите меня. Кто? А ты взрослый? Ну, я бы не сказал, что я прям я... Да нет. Ну нет, в смысле, тебе больше, чем один годик. Ну да, мне больше, чем один годик, я думаю, это понятно. Так что, я ей сюда ехал, и реально очень долго, и таксисту дорого заплатил. Можно я войду в деревню, посмотрю, как вы там живете? Нет, вот.